Берем 190 грамм куриного филе. Режем на кусочки, вот так, как удобно вам, у меня кубиками. Далее курочку мы солим и перчим. Это буквально по вкусу. Если вы не любите перец, конечно же, можно его не добавлять. Размешиваем. И оставляем на часик мариноваться. Далее я беру 127 грамм цветной капусты. Капусту я мою и разбираю на соцветия. Берем 63 грамма лука и нарезаем кольцами. Филе курочки мы обжариваем на сухой сковородке до золотистой корочки. Далее мы берем форму для запекания и все, что у нас получилось, перемешиваем. Туда же я добавила зубчик чеснока, натертый на мелкой терочке, и 3 чайные ложечки оливкового масла. То, что у нас получилось, солим и перчим. И убираем в разогретую заранее духовку до 180 градусов на 15-20 минут. Итак, 20 минут прошло. Достаем наше блюдо. Вкусный и полезный ужин у нас готов. Дорогие друзья, это нереально вкусно. Всем, кто готовил со мной, приятного аппетита. Ставим лайк и подписываемся на мой канал.